Финансовую грамотность будут изучать еще со школы. Министерство образования и науки Украины утвердило новую учебную программу. Изменения есть и в образовании учеников 5-9 классов. Среди нововведений предмет предпринимательства и финансовая грамотность в 8 и 9 классах. Но с введением в школьную программу пока не торопятся. Директор областного департамента образования Александр Ланчак отметил, что дисциплину в нашем регионе начнут преподавать только с 2024 года и при этом лишь в 7 школах. Такое решение обусловлено тем, что изменения касаются школ, в которых с 2017 года введен пилотный проект государственного стандарта базового среднего образования. В Одесском регионе таких учебных заведений 7. Одесская школа номер 26, а также Шапская, Таировская, Великодолинская, Нерубайская и две Балтские школы.